Всем привет, ребята, с вами снова Михаил, и мы играем в Deus Ex, и нам нужно спастись из очень неприятной ситуации, в которую мы вляпались. Сейчас наш вертолетик взлетает, потому что мы разблокировали ему оружие. Разносит эту дверь. Поберегись. Выходят роботы, очень злые роботы, и я вспомнил, что я хотел сделать. Я хотел перебежать вон на ту лесенку. Подожди, не стреляй. Сейчас. Поберегись. Все, спасибо. Мне надо убираться. Следуйте к выходу, и я свяжусь с вами, как только смогу. Так, вот это мне что-то не нравится. Сейчас будем думать, как нам избежать этой неприятной ситуации. Не стреляй. Поберегись. Мне надо убираться. Следуйте к выходу, и я свяжусь с вами, как только смогу. Так, а где выход? Понятно, не здесь, скорее всего. Бьют очень больно. Мне надо убираться. Следуйте к выходу, и я свяжусь с вами, как только смогу. Что же делать? Все плохо. Блин, совершенно нет идей. Мне бы в шахту как-нибудь у роботов выбраться. Так, а здесь-то только в одну сторону можно свернуть, да? А нет, смотрите-ка, в две. А, ну понятно. Это нам только не поможет вообще никак. Только я выбраться не могу, а нет, вот лесенка. Так, 9. Давай еще. Фух. Да, это оказалось проще, чем я думал, но как бы то ни было, не очень приятно получилось. Фух. Не знаю, куда. Down, up. Сохранюсь сначала. Потому что хрен его знает. Поднимусь наверх, меня эти мудаки расстреляют. Или там внизу еще кое-говно случится. О, отлично, едем вниз. Все оказалось легко и просто. Wen Chai Market, Гонконг. Все, можно выходить. О, отлично. Слушай. Хорошо, вам надо найти трейсера Тонга. Я высаживал поле на небольшой территории, расположенной к востоку от рынка. Вы могли бы начать там. Не теряйте времени, вашему самоуничтожителю уже 12 часов. Упс. Это что это там такое? Понятно. Если вы умрете, все наши планы полетят. Найдите трейсера Тонга. Понял. О, и робот тоже. Понятно. Расписанный вручную китайский паркур. Совершенно настоящий. Совершенно настоящий. Я тоже работаю на мясника. Все на рынке Wen Chai. Я отдала другие распоряжения. Я никогда не засыпаю. Я один из лучших ночных сторожей. Я не люблю маленьких мальчиков. А, ты что, в пикапе что? Это плохое, Рудовик. Много плохих людей. Вперед. Уходите! Новости о войнах Триад. Красная стрела против светящегося пути.
Так, ну-ка. Что вы думаете о триаде «Светящийся путь»? Трус, скоро успокоится. Им приходится красть оружие, потому что они утеряли традиционное искусство. Какого типа оружие? Они убили главу Красной Стрелы, чтобы получить изобретенный им меч. Как вы находите меч? В нем использована новая технология. Я плачу Красной Стреле, даже несмотря на то, что резиденция Светящегося Пути находится в 50 метрах отсюда. Много публикаций. Что вас интересует? У нас еще один вопрос остался, на который мы не поговорили. Что вы думаете о триаде «Красная Стрела»? Они получат контроль над Лонг-Чай в течение нескольких недель. Это похоже на правду. Сражение не очень хорошо получается у Светящегося Пути. Давайте исследуем, чем она тут барыжит. Пожалуйста, используйте следующую бесплатную карту, чтобы наслаждаться нашим красивым районом. На рынке Ванчай вы можете купить чаю. Логично. Купить птицу, посетить магазин, антиквариат и многое другое. В руке старого Китая и в клубе счастливых денег, танцы и спиртные напитки для всех. Закончите ваш день поездкой на сампане по историческому каналу или посмотрите церемонию в подлинном храме на главной площади. Удачи! Так. Серая смерть. Власти подтвердили сегодня, что множество таинственных болезней, появившихся в клиниках области, были не серой смертью, как ранее думали. Это обычная сезонная вспышка гриппа. Доктор Чанг Лам из Народной администрации здоровья отвечает на запрос. Я могу говорить с полной уверенностью, что эти случаи абсолютно не связаны с так называемой серой смертью. Случаи, которые я мог бы добавить, обнаруженные только в менее управляемых городах Америки и Европы. Те недовольные, что распространили слухи о противоположном, просто сеют страх среди трудолюбивых мужчин и женщин Гонконга. Доктор Лам продолжал говорить, что любой, наблюдавший за такими паникерами, должен сообщить об этом местным властям. Вот так вот. Так. Взрывы раскачали район Ванчая 2 дня назад. Борьба между враждующими отрядами закончилась обвалом, наводнением дороги и канального туннеля, закрыв почти весь доступ в область Ванчай. Также сражение произошло рано утром, и движения было мало. Множество свидетелей были застаны во время сражения и впоследствии считались мертвыми. Имена умерших к настоящему времени не установлены. Полиция забаррикадировала область Ванчай и запретила любой доступ, пока не будет произведен полный судебный анализ и не уберут тела в заявлении, выпущенном сегодня ранее. Полиция отказалась назвать подозреваемых, хотя руководитель Джой Леун сказал, что предосудительный характер этого преступления не останется без ответа от гонконгской полиции. Хамонт Эндрю, глава 20. Сэмюэль посмотрел на него через стол. Он мог бы также смотреть на Джекоба и собственного дворца дьявола в глубоком синем море. Через мгновение Сэмюэль тер свои слезящиеся глаза. «Вы когда-либо задавались вопросом морали?» — спросил он. Джекоб покачал головой. «Я занимаюсь этим все проклятое время. Мне интересно, что означает быть хорошим, ведется ли как-нибудь учет. Кто говорит, что вы везучий только 10... что вы изувечили только 10 человек, так что гордитесь, но если бы их было 11, вы отправились бы прямо в ад». Джекоб потянулся под стол и направил небольшой пистолет 22-го калибра в коленную чашечку Сэмюэля. «Я не думаю, что вам понравился мой ответ на это. Где она?» «Массовая катастрофа. Более 2000 убитых. Апрель, Ибадан, Нигерия. Историческая поставка руды с лунного комплекса горной промышленности закончилась сегодня трагедией, когда ошибка планирования закончилась тем, что полезный груз упал в предместье города Ибадан в Нигерии. Тысячи погибли в первом взрыве, который был сравним с маленькой ядерной бомбой. Еще тысячи остались без крова, энергии, воды после и
воды после взрыва. Китайские чиновники приостановили все другие поставки с комплекса Жоу Энлай и работают вместе с Организацией Объединенных Наций чиновниками из Макморан Глобал. Global Steel, чтобы определить причину ошибки. Макморан Global Steel была ответственна за строительство ракеты-носителя, выиграв контракт у Page Industry. «Мы строили ракету-носитель с максимальной предосторожностью», — сказал докладчик Сиан Марфи. «Произошло что-то ужасное. Наша единственная реальная реакция в этом месте — послать наши соболезнования и помощь людям и Бадана и убедиться, что такой случай никогда не произойдет снова». Так, прочитали все новости. Так, давайте... Два? Что два? Да, кое-что, чтобы порадовать лабораторию. Версалайф? Как вы можете говорить? Что, мои волосы становятся голубыми? Версалайф много сделала для воскрешения общества. Ну, они всегда нанимают. Я прикончу их. Нет-нет, я могу справиться. Очень хорошо, спасибо. Эдакий маленький старомодный рынок. Возможно, подарок вашей подружке. Так, тут водичка всякая, она нам неинтересна. Конечно, можно там что-то... Тихо. Вы рядом с территорией, которую Пол должен был посетить. Но я не знаю, кому она принадлежит. Думаю, что я теперь чист неплохую штуку НСА. Встроила в невидимую технологию. Так. Сюда зайдем. Сюда не надо. Так, отсюда мы пришли. Пати Герл. Многие рестораны покупают у меня мясо. Например, вы бывали в счастливых деньгах. Это за рынком на аллее. Кучер, мясник. Вы не помыли руки. Хорошо, я поеду в другое место. Пройдитесь. Фу, какая-то, что-то не знаю. Пройдитесь. Пройдусь. Из-за военных блокад грузоперевозки в другие магазины прекратились. Но все же мое мясо гарантированно свежее. Ну пропади. Свежая баранина, свежая говядина, привезенная сампаном. А, понятно. Так, надо сохраниться, давно не сохранялись. Так, фарфор мы вылез в этой лавке. Я тебя не узнаю. Ну и хорошо. Вы хотите делать свой бизнес вон чай? У нас есть соглашение со Светлым путем. Вы хотите делать свой бизнес вон чай? Меня не запугаете. Не думайте, что ваш светлый путь может защитить вас. Убирайтесь. Как пожелаете, но не удивляйтесь, если не пройдете следующую инспекцию. Я знаю людей в Совете по здоровью. Их нельзя купить. Возможно, но вряд ли они любят крыс. Не вмешивайтесь в мои дела. Добро пожаловать в чайный домик рынка Йончай. Все, что пожелаете, 12 кредитов. Так. Что вы думаете о триадах? Не говорите со мной о триадах. Они причинили вам много неприятностей? Они бандиты. Все время говорят об общности и традициях, а затем дерутся, используя технологии многонациональной корпорации вроде Версалайф. Почему вы считаете, что он сделан в Версалайф?
Он имеет нанотехнологические компоненты. Он самозатачивающийся или что-то в этом роде. Я надеюсь, что они посносят им друг другу головы. Все, что ли? Я могу помочь. Даже еще было. Что-нибудь поесть, пожалуйста. Стойте, я больше не могу ничего нести. О, мой бог, они повсюду. Мы подождем, пока они наведут порядок. Не может быть, чтобы вы это всерьез. Мы бы обидели моего племянника, если бы ушли так быстро. Пожалуйста, нам есть что обсудить. У меня был джакузи, очень хороший. Джакузи? Джакузи. Мне надо выбраться отсюда. Охереть, крысы тут бегают. Ну-ка. Хе-хе-хе-хе-хе. И последнее. Лошара. Чё это у нас? Ничего не вижу. Полезная тележка только стоит. Небольшая тема. Объясни. Шум в чайной. Обратите внимание. Одна сотня. Опа. Всего лишь шалость. Одна сотня. У меня есть 55. Сотня. 65. Ладно, 65. Опа, ты чё, подонок, задумал? Я тебе сейчас бошку проломлю. Я, ну-ка. Устроили они тут. Чё это за коррупционное дерьмо? Я не имел дела с незнакомцами. Это не мое дело. Так, посмотрим, что этот козел сейчас вытворит. Я, если что, готов. Ну, давай. Садитесь. Владельцы магазинов простаки. Здесь вы сможете заключить неплохую сделку. Ха. Но я лучше хакну банкомат. Сотка, понятно. Музыка что-то вообще тоже мерзкая такая, прям не давит на голову. Чё? Не для авторизованного, но, короче, только для авторизованного персонала. О, котики, пёсики. Так, здесь нам больше делать нечего. Осталась та часть и спуск сюда, да? Я сказала вам это. Таныч Роуд. Ага. О, хоть музыка эта дурацкая прекратилась. Так, это какие-то доки, судя по всему. Пока уйдем отсюда. Понятно. Я лучше вот тут исследую. Наверняка закончу. Lucky Money. Ага. С этой зоной закончу сначала. Ага, это выход уже вот сюда. Так, ну это мы исследуем, когда пойдем в эту часть. Сейчас в Lucky Money сначала спустимся. Так, фонарик гасим. Не рискуйте проникать на территорию корпорации Versalife, пока трейсер Тонг не деактивирует ваши самоуничтожители. Я дам вам инструкции в свое время.
Ага, то есть ты не рекомендуешь. А, ну сюда вот, Версалаев, да. А сюда Лаки Мани-то я могу зайти. То есть прыгнуть я сюда не могу. Так, тут закрыто. Ты кто такой? Территория аллеи совершенно безопасна. Если хотите повеселиться, рекомендую клуб «Счастливые деньги». Ага, спасибо. Так, вот это вот интересное предложение. Сила замка. Сохранимся и посмотрим, что здесь есть. Не стреляйте! Я сдаюсь! Не удалось. Нельзя грабить. Да, кто бы мог подумать. Я встречаюсь тут. Эй, мужик, ты откуда? От твоей мамки. Штаты. Мы из Австралии. Вакансия? На каникулах? Вакансия? Let's just wait. Подождем русского. Эй, я русский так-то. А он симпатичный. Кто, русский или... Как тебя зовут? JC. DS, это хороший клуб. О, да, и это штаб Красной Стрелы. Можно нам попросить о маленьком одолжении? Наркоты, наверное. Точно. Моя подруга и я? Это так глупо. Мы оставили наши кредитные карточки в гостинице. А может, проведете нас внутрь? Сколько надо? 20. 20 каждый. Точно. Точно. Ладно, вы любите танцевать? Пошли. Ну смотрите, ведьмы, не утащите меня. Отвратительно. Ого, охереть. Кожаные сапоги. Для вас 25 кредитов. Что это значит? Ну уж нет, ну понятно, на. Вот так. Ага, я приказываю вам встать на прожекторы и рычание на женщину, как пес без хозяина. Чё? Прожекторы, рычание, чё? Пес без хозяина? Что, блядь? Благодарим за помощь. Благодарим. Это было так круто, спасибо. Вы знаете Макса Чена? Он хозяин этого места. Кто это? Нет проблем, хотите потанцевать? Опа. Такого раньше не было, о чем вы? Есть только один способ выяснить. Лена в печали. Можно занять десятку, чтобы взять бухло? Все, что хочешь. Ты крутая. Так хорошо встретить тебя. Мерседес? Лол. Ссылка к Вайсити, что ли? Привет. Как насчет танца? Я еще недостаточно пьяна, чтобы танцевать. Может, купите мне еще выпивки? Ну, ты паскуда. Все, что хочешь. Ты крутая. Так хорошо встретить тебя.
Привет. Добрый вечер. Привет. О, великолепно. О, великолепно. Не так ли? Люди неправильно оценивают ряды, вы знаете. О чем? Они оживляют экономику. Цены в таких клубах позволяют людям хорошо проводить время. Привет. Добрый вечер. Мистер Сэм. Привет. Знаете типа по имени Макс Чен? Конечно, я знаю Макса. Классный мужик. Я могу найти его. В задней комнате. Он управляет красной стрелой оттуда. Эй, вы не из полиции, не так ли? Не, я из Унатку. Скажу потом. Скажу потом. Привет. А у меня есть ячейки свободные? Нету, надо нож выбросить. Пусть здесь лежит. Что у нас здесь? Второй этаж есть даже. Ой-ой-ой, сколько всего тут. Привет. Охереть. Благодарим за помощь. Как насчет того? Так глупо. Я так не думаю. Я хочу потанцевать с другом. С другом? Я так не думаю. Эй! Вы любите танцевать? Охереть, одинаковые. А эти что за шкуры? Привет. Я не ваш тип. Я хочу задать несколько вопросов. Я был здесь сначала. Чен сказал мне, если будет работа, то я получу ее. Какая работа? Просто отвали, я стреляю без предупреждения, и мне нужны деньги. Охереть, вот этот дерзкий. Не везет? Да, но я собираюсь вернуть их. Я знаю вход в систему. Это менеджмент. Пароль кода 324. Я собираюсь проникнуть туда и стереть все их отчеты. О чем ты? Что кассир делает для красной стрелы? Хватит. Привет. Эй, вы, не закрывайте мне обзор. Нормально. Добрый вечер. Вот это более-менее выглядит. Привет. Вы люб? Вам нужен партнер для танца? Одна сотня кредитов. Где я могу найти Макса Чена? Check out the bar, kid. Вот это да. У нас тут все бабки пытаются стрелять. Вот шкура, а. Благодарим за помощь. Вы еще хотите поесть? Ой, это зеркало? Вот это лол. Так. Я никогда не видела так много военных. А ты кто? Что ты имеешь в виду? Я тебя просто не знаю. Триад Боунсер. Ушибала триад. Стойте, где стоите. Пошел в жопу. Я не знаю. Еще выпивка? Не возражаете, если я... Все, что скажете. Похож на кореша нашего. Хорошо, все женщины не похожи на вашу дочь. Я очень желаю встретить ее. Вы очень красивы. Вы должны иметь много подруг в своей стране. Все. Ну давай. Давай нах.
Эй, сэр! Флоренс. Мой друг и я уезжаем. Неплохое каберне, это уж точно. Каберне. Классное тату. Как насчет? Благодарим за помощь. Интересно, он мне каждый раз деньги снимает? 66-81. Как насчет, да? Вы еще хотите поесть? Как насчет? Ха, офигеть, у нас сейчас просто бабки. Ну вот. Благодарим за помощь. Не просто мама-сан. Интересно, как это потанцевать с кем-то, типа, как это выглядит. Пожалуйста. Точно. Приятно. Еще один удовлетворенный клиент. Мы типа потанцевали? Охуеть. Привет. Вот это просто вообще танцы со звездами, не иначе, да. Мы взорвали танцпол. Гангстеры. Они гангстеры. Кто? Показывай. Они зарезали его и смеялись, и трясли мечами. Какой ужас. Вы понимаете, в США или вы не имеете ничего, или вы имеете все. И женщины моего класса, как бы это сказать, они испорчены. Посмотрите на свою дочь. Великолепный образец. Хотя она родилась и не с серебряной ложкой во рту, но... Деревянные палки. Да, хорошо, очень хорошо. Точно. И именно поэтому она ищет ценные вещи. Еду, защиту, хорошую жизнь. Это очень хорошие часы. Спасибо, вы так добры. Это подарок моей матери. Где часы? Нет часов. Понятно. Это склад, судя по всему. Почему меня мотает так? Ага. Понятно. Ну, вскрыть можно, но я пока не буду. Это что, дверь? Пока мы тоже прикроем ее. Пиво 15, вино 120. Я спрошу кое о чем. Чего вы хотите знать? Несмотря на все, что я читал про триады, я не был готов встретить их работающими в открытую на улицах в униформе. Разве китайское правительство не сражается с ними? Китайцы оставили Гонконг в покое. Они баррикадируют дороги, чтобы торговать с материком. Но они знают, делаются дела. Я думал, что тайны контрабанды триад возмущают китайское правительство. Возможно, светлый путь, но Китай знает, что красные стрела деловые люди, предприниматели, лидеры сообществ, и что они защищают город от внешних влияний. Вы сказали «вне влияний». Чего боится Китай? И
Китай – последняя суверенная страна в мире. Они сторонники жесткой линии, но желающие, в отличие от стран ООН, дать своим людям свободу действий. Пока они не нарушают закон. Слушайте меня, это настоящая свобода. Свобода, делающая прибыль, строит свою жизнь. Запад, так боящийся сильной руки, не имеет теперь никакого правительства, только власть финансов. Наши правительства сами ограничили власть. Риторика, и не верьте этому. Разве вы не знаете цену лозунгов? Сдаюсь. Хорошо оплачиваемые исследователи, мозговые центры, финансируемые большим бизнесом. Это что такое? Едва ли они столь зловещие, как диктатура премьер-министра Китая. Это вид пропаганды. А трехсторонняя комиссия в Соединенных Штатах, например. Распределение полномочий подтверждает мелкие амбиции личностей. Это его сила. Система, организованная вокруг слабых личностей, получит те же самые качества в ее лидерах. Возможно, некоторые качества – неотделимая часть человеческого характера. Признак образованного человека – подавление этих качеств в пользу лучших. То же самое правило и для цивилизации. Я ищу Макса Чена. Что это? Что это такое? Я должен найти Тонга. Вы сумасшедший? Здесь мое имя не произносят. Твое? Да, мне это надо. Каких игл? Против каких игл ты не возражаешь? О, еще! Что? Эксперименты. Люблю я их. Странный чувак какой-то. Так, на втором этаже нас осталось ходить туда и вот сюда. Да. Бля, вот это странное место меня реально больше завораживает. Вон там все крутится, вертится. Прям аж интересно, что в этих коробочках. Но замок с уровнем 3. Я все отмычки трачу, скорее всего. Так, это не то. Три отмычки потрачу. Скользко немножко, да? Неплохо, неплохо. Нет, херня. Херня. Вообще ничего полезного. Интересно, они развиваются? Нет. Зараза. Жаль. Жаль. Клей-пот. Ладно, идем сюда. Oh.
Простите, сэр, эта комната закрыта для глав клуба. Я предлагаю вам уйти. А, ладно. It's okay. Все в порядке. Я здесь, чтобы увидеть Макса Чена. Он ждет меня. Американец, я надеюсь, что ему понравится то, что вы ему скажете. Ну, что я хочу сказать? Исаак в эти дни всем разрешает сюда возвращаться. Меч лежит. Ответь. Торговцы Йончай довольно упрямы. Часы. Затем я даю ему старое крысиное лекарство, не подводит. Понятно. Я пойду пока, ребят. Неплохо у вас тут, весело, я бы сказал даже. Побывав у этих триад, я потом смогу к другим сходить? Вы Макс Чен, верно? Вы здесь главный? Главный дракон. А вы кто? Так вот. Я ищу трейсера Тонга. Мне необходимо его найти. Это штаб-квартира триады Красная Стрела. Вы пришли в последнее место в Гонконге, в котором бы он появился. Я не понял. Я бы вырезал твой язык, но возможно, что ты всего лишь несведущий в этом вопросе. Если увидите мистера Тонга, скажите ему, что он и его компаньоны по светлому пути должны вернуть зуб дракона, иначе они будут изгнаны из Гонконга. Что? Это все. Ты мне задание типа дал? Лол. Формулируйте ваш вопрос и идите. Рыбки. Это сверхзаносчивость. Ладно, вот сверхзаносчивость, когда ты сидишь, а я при тебе хакаю твой комп. Вот это заносчивость. Это сверхзаносчивость. Не успел я прочитать, поэтому... Улица Кеноурот сейчас очень опасна. Так, мы еще не во всех местах клуба побывали. Ива 15. Пошел. Я. Зад. Я все бесплатно могу взять, в конце концов. Ой, а у нас что, эта тёлка все пиво забрала, да? Так, это подъем на третий этаж, ну-ка. Ого. Чеки. Тряси. Русиан Сейлорс, моряки. Yeah, Dancing Girl кричит. Устроим вечеринку. Ух, пикник. Двигай. Я пролил выпивку. О, какой ужас. Эй, Евгений! Эй, Женька! Женька, где Женька? Евгений! Евгений! Глаз моих! Сука! Ладно, повеселили вы меня, так уж и быть. Было прикольно. Евгений! Евгений! Сука! Так, а что у нас там? Просто он что-то моросил, что типа не пущу, ко-ко-ко. Сейчас узнаем, что там. Хм.
Нормально все. Я вижу вас в углу, враг. Все задаются вопросом, кто вы. Понятно. Стойте, где стоите. Пойди, оскорби русского. Я хочу посмотреть, как ты дерешься. Ну ладно. Ну, мне-то есть чем ему ответить. Я вам всыплю этой херотой. И все. Ну нет, я, конечно же, не пойду с ним разговаривать. Привет. 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 Благодарим за помощь. Да, какие-то бесполезные тёлки оказались. Просто за мной протащились. Так. Клубец мы посетили. В лайф мы этот пока не идем. Так, ага, Таныч Роуд есть, и еще сюда. Ну давайте сюда сходим. Опа, это что? Звук вертолета? Ха. Интересно, где он? Ха, звук уже улетел. Так, в это здание можно только отсюда попасть. Есть там, здесь еще что-то. Короче, три точки есть для изучения. А ты кто такой? Китайский? Монг? Монах. Понятно. Все, сюда выход, понятно. Коробка карт. Картонная, то бишь. На кое мы сюда спустились, непонятно. Гляну, довернусь назад. О! Ишь ты. Тоже клубец какой-то, да? Поль Дентон, у меня есть чертежи. Должен предупредить вас. Я... Чё? Предупредить о чем? Я совершил ошибку. Ты кто? Ты о чем? Поль, мой брат. В чем проблема? Нет, я совершил ошибку. Какую, сука? Нет, мне жаль. Что это было? Какую ошибку? Ты кто, человечище? Ко мне плывет сразу. Или не ко мне. Нифига. Она сама заворачивает. Опа. Эй, назад, назад. Да ну. Фу. Еле выжил. Так, нам пока нечего здесь делать. Идем назад. Я, ну, может, догляжу, что здесь еще. Ого. Хороший выбор.
Я ничего не должен говорить. Они бы убили меня. Нахер ты тогда бежал ко мне, как уголтелый. Я позабочусь о вас. Пошли, сыне. Да? Дранг, пьяница. Что можете рассказать про движение на каналах? Я знаю вас. Я знаю, кто вы. Да ладно. И кто же я? Вы работаете на Светлый Путь. Вы должны быть мертвы. Но вы вовремя оставили Гонконг. С братом моим путаешь меня, наверное. Вы путаете меня с кем-то. Нет, это вы. Мисс Чоу сказала нам, что вы американец, который помог им захватить меч. Но ведь я... Вам не остановить красную стрелу. Она будет править Китаем, и очень скоро. Понятно. Вам не уйти из Гонконга живым. Какие треники у тебя. Много сделок в Старом Китае. Все по 8 кредитов. Слышали про крейсера Тонга? Тонг, да, друг Триады Светлого Пути и враг Красной Стрелы. Какова его репутация среди местных жителей? Проницательно, да. Вы хотите купить биомеханический имплантант? Просто интересно. Много криминала в Гонконге? Теперь с этим полегче. Контрабанды теперь предостаточно. Какой? Рабы, героин, биотек. Здесь есть работорговля? О, да, посетитель Like Money в Вон Китае, штаб Красных Стрелок. Все их девочки похищены в Таиланде или на Филиппинах. Отвратный бизнес. Красные Стрелки. Сука, в Таиланде-то опасно девок похищать, там всякие члены девки водятся. Понятно. Что там за биоконтрабанда? В основном Версалайт, золотой треугольник Биотек. Почему транснациональная корпорация занимается контрабандой своих изделий? Ограничение импорта в США, в Европе. И что? Некоторые генетические улучшения, также крошечные компьютеры в вашей ткани. Что пытается сделать Версалайф? Все, вторые люди. Что за вторые люди? Вторые люди? Английский автор, Олаф Силптон. Вы не читали? Боюсь, нет. Первые и последние люди. Хронология 19 видов людей. Я не верю, что вы не знаете этой книги. Я мало читаю. Брось. Брось. Что-то перевод в Гонконге вообще просто зашкаливает своей невероятностью. Просто шедевр. Так, ладно, я хочу вернуться назад. И прежде чем я пойду туда, сходить в храм. Это же храм... А, это бани. А, нет, это храм, вот. Сжигатель. Воу. Какие он странный.
сильные страшные звуки издает. Так, пацан этот стоит. Ладно, я предлагаю закончить, я что-то немножко уже утомился. В следующей серии мы обязательно посмотрим, что здесь. Сходим под ту зеленую табличку, я думаю, пойдем начинать изучать то место. Ну, о, смотрите, пункт полиции. Интересно, но здесь нужен пароль. Вот, я думаю, у нас со всем этим успеется. Вот, неверно. 1, 2, 3 не подходит. Вот, а на этом всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и удачи.